Дорогие мои женщины, дорогие мои подруги, мои не подруги. Сегодня 8 марта. Этот день ждали не только мы с вами, да, женщины, но и наша самая сильная половина. Опять хочется сказать, что именно женщины, но пусть это сегодня будет мужчина в этот день. Сегодня в наши дома пришел праздник, который мы даже, наверное, не то что ждали, а где-то с трепетом ощущали его приход. Новый год есть Новый год, день рождения – это день рождения. А 8 марта – это все-таки, не будем говорить о международности, будем говорить о междуженщинности, о женственности. В этот день я, Ека Руса, хочу пожелать вам абсолютной уверенности в том, что наступит прекрасное и завтра тоже. Это, может быть, уже и не будет календарно 8 число. Это будет 9, 15, 20, 30, 40, 50. Бог с этим всем. Но главное, чтобы в завтрашний день вы тоже вошли ожидающими счастья. Нашедшими счастье, не подобравшими, а нашедшими. И чтобы вы почувствовали, как у вас там, за спиной, стали расти крылья. А крылья растят нам наши любимые, наши возлюбленные, наши мужчины. Пусть все у вас будет... Пусть все у вас будет.